Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас прекрасная новость. Поступили долгожданные Dancebox 300 Electronic 2014. Их не было несколько месяцев. Вы спрашивали, когда же они будут, наконец-то они пришли. Это современная акустическая система. Два динамика по 10 дюймов, мощность 80 Вт, есть твиттер. В комплект поставки уже входит два радиомикрофона для караоке, есть колесики для транспортировки и телескопическая ручка. Вес акустической системы 16 кг. Давайте вскроем ее, проверим, посмотрим, какой аккумулятор. Заявлено 7 ампер, 12 вольт. Друзья, ну что, я ее распаковал. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке. Работают от пальчиков батареек типа 2А. В комплект поставки, кроме микрофона, входит зарядное устройство 12 вольт. От автомобиля можно при роде зарядить. Инструкция на русском языке. Пульт дистанционного управления. Сетевой адаптер питания 220 вольт. И кабель AUX. А теперь давайте взглянем на панель управления поближе. Друзья, ну вот у нас панель управления. Сзади мы видим телескопическую ручку. Управление громкостью, экстрабас на громкость. Эхо, басы высокие, громкость микрофона, громкость гитары, приоритет микрофона, гитарный вход микрофона, вход проводные. Телескопическая антенна для FM радио. За антенной расположены индикаторы разряда, заряда и зарядки. Выключение колонки, выключение подсветки. Зарядка 220 вольт, зарядка 12 вольт, AUX-вход. Пятиполосный эквалайзер. Мод смена режимов, запись, репит, переключение треков, плей-пауза, она же клавиша ТВС. Две такие колонки можно соединить между собой в стереопару. Разъем USB флешки, microSD и SD. Тут же мы видим дисплей, отображает, какой режим включен. Сейчас включен AUX. Есть Bluetooth, режим FM-радио и когда флешка будет работать, флешка. А также внизу колесики для транспортировки. Вот вид спереди, сверху и снизу вот такие ручки для транспортировки можно переносить вдвоем. Два динамика по 10 дюймов и по центру твиттер. Друзья, ну что, вот мы посмотрели спереди, сзади. Два динамика по 10 дюймов, твиттер, ручка сверху, ручка снизу, есть колесик, пятиполосный эквалайзер. Аккумулятор мы сейчас проверим, 12 вольт, 7 ампер. Такую акустическую систему любят особенно аниматоры и уличные музыканты. Во-первых, управление утоплено, если какой-то дождь пошел, успеет ее убрать в сухое место. Зарядка 220 вольт, а также можно зарядить 12 вольт от автомобиля или внешнего аккумулятора 12 вольт. Клеммы уже идут в комплекте. Ну и, конечно, цена. Цена такого оборудования в магазинах стоит 50-60 тысяч рублей, а Electronic 2014 до 20 тысяч рублей. В данный момент она сейчас стоит в районе 17 тысяч. Но 17 тысяч рублей она будет стоить не всем, но, естественно, только нашим подписчикам, которые ведут промокод. Промокод можно узнать у меня по номеру телефона Viber, WhatsApp, который всплывает на экране. Напишите просто «Владимир, пришли промокод на Electronic 2014». Ну а теперь я предлагаю ее разобрать, посмотреть, какие стоят динамики и какой стоит аккумулятор. Погнали! Снимаем решетки. Решетки цельнометаллические. Дальше убираем рассеиватели. Итак, мы добрались до динамиков. У нас стоят два динамика по 10 дюймов на тканевых подвесах. И слева у нас вот этот датчик идет, ЭК-датчик для пульта дистанционного управления. Ну что, я предлагаю подключиться по Bluetooth и посмотреть, какой ход у динамиков. Так, достаточно, наверное, хорошо у нас отзвучало. Кстати, кто спрашивал про фазоинвертеры, вот один, вот второй. Они есть, но они спереди. Просто кто-то пишет, что нет фазоинвертера. Теперь давайте взглянем, какой аккумулятор там установлен. Заявлено 7 ампер, 12 вольт.
Тут установлена защита, чтобы аккумулятор не выпал. На крышку защиты аккумулятора установлена плата динамической подсветки на динамике. Убираем. Вот, друзья, видно. 12 вольт, 7 ампер. Магниты на динамик большие. И также мы вот видим здесь сбоку. Это магнит твиттера. Он по центру установлен. Тоже хороший большой магнит. Твиттер я могу вот отдельно показать. Вот такой твиттер. Друзья, ну что, вот мы и посмотрели, как выглядит колонка изнутри. Аккумулятор действительно 7 ампер, 12 вольт, 2 динамика по 10 дюймов, высокочастотник, ручки сверху, снизу, сзади все управление и хорошие большие магниты. Вот такие микрофоны. Микрофоны без прерываний, хорошее звучание, чистое. Можно еще накатить эхо. В микрофоны можно проводить мероприятия, разговаривать и также петь караоке. Ну а теперь я предлагаю заценить ее на трех треках: басы, рок и спокойной мелодии. А вы напишите в комментариях, как вам она по звуку. А кто ждал поступления Electronic 2014 Dancebox 300, можете уже их приобретать. Пишите по номеру телефона Viber WhatsApp, который всплывает на экране, или звоните по номеру телефона, который на щите. Отключаю петличный микрофон, начинаем тест. Друзья, вот так вот здорово звучало Electronic 2014 Dancebox 300. По-моему, ничего не изменилось, как были до этого версии. Такая же хорошая, громкая, мощный аккумулятор и два радиомикрофона уже в комплекте. Продаются они очень давно на рынке. Хвалят особенно уличные музыканты. Портативная, с аккумулятором, много входов-выходов и настроек на звук и вокал. Купить можно по номеру телефона Viber, WhatsApp, который всплывает на экране, или позвонить по номеру телефона, который на щите. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока!